Так, всех приветствую. Наконец-то к мне пришли аккумуляторы для фотоловушки. Поглядите, это они. Потому что получилось так, что они пропали. Якобы я их получил, на самом деле их не получал. Спор открыть не удавалось, потому что по факту их получил. Ну, я уже смирился, и вот они, наконец-то. Сейчас пойду их заряжу. Не знаю, сколько это быстро, сколько времени займет. И буду уже делать полный обзор фотоловушки. Уже заряженными. Так. Так, все, батарейки зарядились. Я вставил их сюда. Ну, довольно... Вот, просто это делается. Вот, пожалуйста. Там интересно, что в этой камере нет вообще никаких настроек. Только кнопочка выкл. Тут здесь карта памяти вставляется. Она до 32 гектар. И для USB-провода. Соединяется с компьютером. Что мне здесь не очень понравилось, на карту памяти, чтобы дату установить, надо на дату карты. На карту памяти, там есть такой текст, такой файл, time. Тексты надо там выложить. Ну, в принципе, вот. В руководстве пользователя указано, что открываем текстовый файлик и меняем дату. Не знаю, будет ли оно потом меняться или каждый раз менять. Ну, что мы имеем с этой камерой? Указано, что оно супер ночное видение. Сочно 34 ИК-светодиодами. Четкие снимки. 120 градусов угол объектива. И указано, что этой батареи, этих двух батареек хватит на 12 месяцев. Ну, посмотрим. Разрешение фото 12 мегапикселей. Разрешение видео 1920 на 1080, 25 кадров в секунду. Вот. Время, режим работы. 3 фотографии плюс 10 видео. Не знаю, что это означает. Ну, потом проверим. Я немножко уже испытал. Получилось, да. 3 фотографии у меня и одно видео. Сейчас я. Но это было в комнате. В комнате особо освещения как раз не было. И качественные, не получились качественные съемки. Снимки. А ролик. Ну, кстати, видео снимать широкоформатное. У меня предыдущая камера. Плюс у нее, у той камеры, то, что можно. У нее есть и настроек куча. И я открыл крышку. Можно посмотреть на экранчике, что там заснято. Я не знаю, плюс это или минус. То, что эта камера сразу с коробки работает. Не надо ничего настраивать, просто вставил, повесил. Она легенькая из-за того, что батарейки. И то, что используются две аккумуляторы на батареи. Не как на предыдущих, там 8. Здесь именно 2. Но я потом буду делать обзор обоих камер. Так, сейчас я пойду пробую что-нибудь снять. Сейчас на улице. Выставлю в окно, посмотрим, какое будет качество. Фотографии меня не интересуют. Поэтому фотографии. Ну, конечно, может, покажу, но сейчас. Как она там снимает, хочу сказать. Указано, что камера снимает, работает при температуре. Вот минус 10 градусов. Так что в морозе особенно мороз не наснимаешь на ней. И карта памяти поддерживает до 32 гигабайт. Выше тоже она уже не сможет. Поэтому как-то... Ну не густо, но в принципе я не знаю, сколько она минут снимает. Сейчас я посмотрю. Тут даже в описании не указано. Вот я смотрю сейчас описание. Вот смотрите. Тут нигде не указано, поскольку секунды или минуты идут ролики. На вид она, конечно, красивая, легкая. Водонепроницаемая. Кстати, звук она тоже снимает. Вот, посмотрите. Ну, как понимаю, вдалеке не очень, вот если вблизи. Тоже обычно.
Не знаю, что он там снимает. Ну вот такое качество получилось. Звук она пишет, записывает. Вот качество. Ну, вы сами видите. Я бы сказал, что не особо. За такую цену, в принципе, на большее нельзя рассчитывать. И дата, которая вот указана, я не отредактировал. Там надо сначала, видимо, год, потом месяц, потом дату, потом число, потом уже месяц. Я поставил наоборот, он, у меня только год сохранился, и время поменял. Ну, такая камера. Я, если убрать эту строку, то будет уже без даты, без времени снимать. В принципе, мне кажется, даже лучше. Ну, с другой стороны, всегда можно отредактировать. И что мне показалось странным, у этой камеры нет для штатива крепежа. Только вот здесь вот сзади, ну не знаю, вот эти панели, куда ее к чему крепить. И ничего не было. Кстати, я, может, не показал. Был, была сама камера, ремешок, который крепится к дереву, и зарядное устройство. Все. Больше ничего не было. Ну и инструкция. Скорее всего, вот я в марте выйду в лес и поставлю ее там на пару недель, эту и свою, и сравним. Что к чему? Ну, я сделаю сравнительное видео на той неделе. Именно об этих двух камер. На одну я снимал, на вторую еще нет. Ну, только то, что сейчас за окошком. И не забывайте про кэшбэк-сервис VPN, которым я пользуюсь. Возвращает вам процент с покупки за то, что вы заходите на AliExpress через их сайт. Ссылочка будет в описании, так что не забывайте.